Добрый вечер. Получили очередную посылочку с Мылоопт. Все запаковано. Ничего нигде не торчит, не висит. Сейчас будем смотреть. Всегда сверху накладная, получатель, заказчик, полностью перечислены все ингредиенты, которые мы заказали. Будем сейчас сверять, смотреть. Значит, первое у нас идет комплекс на водной основе для предотвращения выпадения волос. Количество 2 штуки. Сейчас будем смотреть. Эти маленькие бутылочки. Вот. Заказик у нас небольшой, но куча бутылочек. Да, вот они. 2 бутылочки по 5 миллилитров. Это комплекс экстрактов для предотвращения выпадения волос. Дальше у нас идет 2 бутылочки. Это смесь масел для волос. Это мы будем делать твердое мыло. Одно увлажнение идет, одно для роста волос. Бутылочки все хорошо закручены, нигде ничего не протекает. Руки сухие. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. 2 бутылочки у нас экстракт, концентрат винограда с семян по 5 миллилитров. Это тоже для твердого мыла. Хочу попробовать заняться еще. Ой, твердый шампунь, извиняюсь. Очень хорошо про него написано. Дальше. Что у нас тут? Это масло макадамии нерафинированное 10 миллилитров. Одинаково все в бутылочках таких. Ничего, все сухо, ничего не разлито. Дальше у нас бутылочка такая маленькая, 5 грамм экстракт, водный экстракт лопуха. Это тоже все для твердого шампуня. Дальше это комплекс тоже на водной основе для предотвращения выпадения волос 5 грамм. Такой маленький. Взяли на пробу посмотреть. Дальше вот такой вот баттер 10 грамм. Такой вот баночки пластиковой. Это масло муру-муру. Или муру-муру. Не знаю, как правильно. Это все тоже для твердого шампуня. Дальше. Вот таких вот 4 пакетика заказали. Это как бы основа для твердого шампуня. Кокосульфат натрия по 50 грамм. Одинаковые тут. Тоже хорошо в пакетиках запаяны. Нигде ничего не рассыпалось. Не одинаковые. Потом порошок ним вот такой 25 грамм. Это производство Индия. Тоже для твердого мыла. Ой, шампуня, все твердое мыло, да твердое мыло. Будем пробовать. И осталось у нас тут, заказали мы 4 еще пластиковые формочки. Вот такой вот джип. Не знаю, видно или нет. Машинка. Вот такая вот вьетнамочка.
маленькая. Будем заливать мыльце, пробовать. Вот такая вот ножка. Это можно даже будет сделать наборчик для ножек мыльца со скрабиком. Вьетнамка и ножка. Будет красиво. И вот такая формочка. На сайте, конечно, она поменьше выглядит. Так большая какая-то. Большое мыльце будет, наверное. Мяч футбольный. Тоже, думаю, будет красиво. Ну, все, все соответствует нашему заказу. Все, быстро пришла посылка. Спасибо мылоопту. Вот, все хорошо запаковано. Будем заказывать еще. До новых встреч!